Всем привет. Это инжир. Это вторая волна пошла. Я оставляю на каждой веточке. Можно по одному плодику оставить. Можно по несколько. Это инжир на продажу. Поэтому, чтобы человек видел, что это плодоносное растение, должен взять с плодами. Сейчас я вам его поставлю. Вот так вот сделаю. И возьму одной рукой, попробую поднять. Тяжелый. О! Как-то так. Вот эти ветки можно было удалить. Оставляю все, чтобы был побольше, масса побольше была. Но инжир хорошо. Инжир надо будет прятать. Заносить в подвал зимой или в зимнем саду держать. Я вам хочу показать растение, которое выдерживает морозы. Видите, о чем растет. Буквально это старые были раньше стиралки, такие вот бачки. Я посадил его в бачок. Вот ягодка еще осталась. Сейчас сорву, видите. Что-то у меня Sunrise. Вот он, бирка висит. Sunrise. Тут некоторые ягоды пооставались, а маленькие уже зеленые спели. Вот, вот они. Надо пообрывать. Да есть. Пускай идет новый урожай. Так, пока больше не вижу. А вот еще одна. Сейчас я. Это у меня здесь мелисса растет. Такая вот. Вы видите, в чем он растет? Бачок с нержавейки, с подстиральной машины. Там отверстие, снят шкив. И вот еще молодой побег пошел. Такие вот хорошие. Я маленький уже пересадил отсюда. Хорошие побеги были с корнями, пересадил. Пересаживаю в ведра. Вот такие вот пластиковые. Или бачок вот. А это у меня пересадил буквально вчера клюква. Вот она принимается, начинает расти. Почему в такой бачок удобно? Ежик встает на задние лапы, становит передние лапы, а сюда пока не достает. Поэтому надо вообще и сетку надо. Ежи клюкву едят. Бруснику едят. Чернику, видно, им не по вкусу пришлась. А пенсионеры могут себя на балконе, да на подоконнике, поставьте ведро, посадите куст черники, и уже ягодами, по крайней мере, хай немножко, но тарелку будете собирать себе. У меня несколько кустов, вот один куст. Короче, 6 сортов у меня он. И сделал он, видно, воздушное укоренение. Вы видите, я видео снимал, показал вам. Молодые побеги, видите, как растут. Вот он, молодой побег. Прет, как я не знаю что. Тоже надо воздушное укоренение и отсаживать. Но на нем ягоды будут крупные. На следующий год на нем ягоды будут крупнее, чем на вот этом старье. Старье надо удалять, вот он, старый. А это был вообще старый, вот две ветки, вот, вот они маленькие, две веточки такие. Они вообще были старые, куплены. Это мои выросли уже. Молодые отсаживаю. Поэтому можно выращивать не только инжиры в ведрах. Мандарины, апельсины, хурму, гранат. Ну и чернику. Вот такой куст, посмотрите, здоровый. Деду до подбородок достают это. Ну, сидит, конечно. А эти все в покрышках. Вон они, покрышки видны. Там закопана одна покрышка, сверху другая. Для чего? Чтоб вот это иголь сосновый, опад, чтобы он не перемешивался с грунтом.
Земля должна быть кислая. Для клюквы брусники и для черники голубики земля должна быть кислая. Иголчатый опад, кора сосновая, торф кислый, песок. Все, больше и ничего не надо. Ну, можете подкормить там удобрениями для хвойных, азалий, рододендронов. Спасибо, что зашли, посмотрели. Пока. До новых встреч.